baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. Наша дача находится белая, да, видите? Замок. Мы там редко бываем. Очень редко. Мы даже не были там еще ни разу. Не знаю, она наша точно или нет. Ну все, чем фрюфрюды? Мне будут ковырять свою фрюшку. Она такая мягкая. Мы еще едем и едем. Что-то не стоят, вроде все будет платно. Это будет платная дорога, мы еще такого не видели. Это в Казахстане, наверное, будет первая платная трасса, да, Макс? Уже есть платная. Уже есть? В Астане, что ли? В общем, у нас пока не запустили, будем ждать и платить за проезд. Мы приехали к Жулке, привет! Данек этот бегает. Короче, покушали вкусненько. И сейчас думаем пойти в Мегу, Данёка, чтобы там поиграла, ну и мы немножко походим, погуляем. Вот, это наша камера маленькая. Смотри, что. Рабочая, что ли? Да. Покажи, Амаш, на память там посмотри. Да. Пана, ты гулян бань поснимали? Чего ты не поснимаешься? Сейчас. Аташка, да. Аташка, привет. Аташка, мы уже собрались уходить. Апашка, привет. Апашка тут готовит нам с укладочкой. Хотя бы чуть-чуть. О, хотя бы банка. Ух ты. Ну-ка, кобра-пернер, кобра-пернер. Данюка, кашаинди. Мы танцуем. Данюка, кашаинди. Опа. Кого мы встретили в Меге? Карину и Алину. Совершенно спонтанно, случайно. Ну, начался дождь. Ну, ничего, все нормально, не промокли. Идем сейчас разгулять Данёку. Мы приехали в мир, где ребенок точно будет счастлив. О, мы можем сами здесь покататься. Капилон приехали. Данёк сегодня покатается здесь. Хочешь на лифт? Так, первый аттракцион наш, лошадка. Как ты стакал, мен? Ух ты! Вау! Как всегда, у мамы столько эмоций. Ачу! Мы думали Данельку посадить на этот аттракцион, но он очень страшный для меня.
смотришь на том? Да, на Лёка, ты выиграла. О! Давай, Мир. Да, туда пошли. За тебя. В общем, в этот раз мне повезло ходить за Данелькой в детском игровом. Доча! О боже мой, я ударилась головой. О-о, мы в тупике. Держамс. Да, ты не туда ушла, нет? Данёка! Голова я сама пошла. Давай, брикаешь! Данёка, подсвечь. Тура у вас на бар. Ура! Бар так, да. Прикольно, я птичка делаю такой прокатиться. Что это о сегодняшнем дне на фоне сакур? Очень-очень тяжелый день. Не как тяжелый, продуктивный. Спасибо, до свидания. Мы доехали, наконец-то, целый час ехали, да, к Зое. Да, мы жарим бургеры, котлеты для бургеров. Бургеры. Сейчас мы будем кушать. По 3 минуты с каждой стороны. Ну, вкуснятина. И что, они с доставкой сами привезли? Ну, вообще, у них есть доставка, стоит 500 тенге. Ой, 1000 тенге. Но мы живем далеко и всегда дорого, а сегодня у них вообще, короче, не было, потому что курец заболел. Короче, самые любимые мои говяжьи, но конские тоже вкусные, но очень жирные. Еще есть куриные, они, ну, короче, если бы... Можно, девчонкам можно куриные. Да, если ты, в принципе, любишь куриную котлету, то ок. А если... Бычит. Данек, она ест булочку. Доча, где нашла булочку? Где Данека взяла булочку? Макс? Там на столе. Привет. Ничего, давай в путь, камеры. Вот он, красавчик! Да, это я. Ладно, он меня боится. У Зои так уютно дома. У Саши. У Саши или у Зои? Мама, ух ты, сколько игрушек. А вот этот? Ну а там что она делает? Там член. Это вот Зоины. Зоины работы. Она работает за этим столом, а там только что. Классно. Тут все. Смотрите, какую вкуснятину Зоя приготовила. Котлетка. Это еще не конец. Кто хочет добавить вот этого всего себе? Я добавлю вот это, вот это, вот это, вот это. И еще вот это, да? Вот это не буду, вот это не буду. А сюда Данёка сядет. С вами поместится, с твоим поместится? Да. Все, давай. Тут не кокочек. Сумка одна? Маша! Маша! Алло! Мать, я не верю.
Папа, папа. У меня. Со мной. Смотрите, Зоя, какую красоту творит. Вау. Ты что, аккуратно? Красота. Блин, вот у тебя терпения много. Winter. Вау. Мама, Маша. Да, Маша, Люлина. Аккуратно. Опа, класс. Ундыган жоғары сапалы шоколад пен таңдаулы салма үйлесімінен ләззат алдыз. А по-русски сможешь? Нет. Мы тут гуляем. Мама, пока нам стелить постель. Ух ты, сколько фоток. О, доча. Давай, как лахтер. Санек тут кайфует от игрушек новых. Ой, чуть свет не загорелся. А вот этот мальчик хочет стать моим сыночком. Хочешь? Да? Сладкий мальчуганка. Скажи пока-пока. Пока-пока, скажи пока-пока-пока. Ой, молодец. Привет. Я пью чай в одиночестве. Никого нет. Богдана пошли купать. Кстати, кто любит из мерсишки марципановую шоколадку? С марципаном. Я обожаю. Вот я кушаю с марципаном. Такая. С вот такой бумажкой. Я обожаю, но чаще всего никто не любит. Например, Макс не любит. Да, Макс? Я люблю вот это. Макс любит свои KFC. Острые крылышки. В первую очередь пошел в KFC взял. А я не очень люблю. Я лучше бургер поем. Ну, в принципе, мы и поели бургер. Смотрите, какой тут, ой, сладость. Колесо обозрения, что из нового мы не видели. И дом вверх дном. Смотрите, далее.